Доброе утро. Сейчас я показываю из дома, из своего окошка, какие у нас тут домашние животные ходят. Вон там, смотрите, моя вышка. О, вот они. Прям вон. Собака вон рядом. О, ругаются. Там у нас куча это пищевые отходы, там очистки от картошки, все вся выкидываю. Они меня видят, но понимают, что сезона нету, значит, никто дергаться не будет. Да у них сейчас вон брачные игры, вон друг друга гоняют. Точно так же и косули подходят, они прямо на огороде, по огороду ходят. Куда этот направился? Это вообще к нам в гости собрался, что ли? Это канадский гусь. Как я уже тогда как-то говорил, пока сезона нету, они себя чувствуют. Очень свободно, спокойно. Ну ладно, там можно снимать до бесконечности, они у нас тут каждый день гуляют. До новых встреч, всего вам хорошего, до свидания. На продолжение этого видика тут дочка решила их попасти, гусей. Сейчас уже далековато, а то она прям в 2 метрах от них за ними шла. Они даже и не взлетели. Просто скорость маленько прибавили. Погода сегодня пока прекрасно. Кстати, сегодня 1 мая. Насколько я помню, сегодня в России Пасха. Так что Христос воскрес. И всего вам хорошего, удачи, да, здоровья. Ну ладно, про гусей, наверное, хватит снимать. И сегодня я сниму еще и видео. Наверное, как тут строят дома. Так что попозже увидимся.